Глава Дагестана встретился с председателем Юго-Западного банка Сбербанк России Евгением Титовым. Рамазан Абдулатипов отметил, что в условиях рыночной экономики для развития субъекта важную роль играет поддержка банков. Особенно в ней нуждаются малый и средний бизнес. Также глава республики подчеркнул, что необходимо наладить доступ к банковским услугам для всех дагестанцев. В свою очередь Евгений Титов сообщил, что Дагестан обладает всем необходимым для создания и развития целого ряда бизнес-проектов. Стороны обсудили развитие дистанционного банковского обслуживания, расширение сети банкоматов, платежных терминалов и другие вопросы. В заключение беседы Евгений Титов вручил Рамазану Абдулатипову карту национальной платежной системы «МИР».